Виктория Боня и Эванжелин Лили 1979. Виктория Боня не просто делает пластические операции, но и делает из этого шоу для подписчиков. Эванжелин Лили – звезда. Остаться в живых к возрастным изменениям относится гораздо спокойнее. Хайди Клум и Ева Польна 1973. Сложно поверить, что модель и певица одного года рождения. Да, Хайди не делает операции, предпочитая следить за питанием и регулярно заниматься спортом. Еве Польне был ближе вариант с пластикой. Юлия Высоцкая и Инна Кончельскис 1973. Известная телеведущая и жена Стаса Михайлова родились в 1973 году. Одна из знаменитых женщин не против пластики, другая и близко к хирургам не подходит. Кажется, сразу понятно, где о ком речь. Ева Лонгория и Тара Рид 1975. Еве Лонгории ничего в себе корректировать. Она – обладательница уникальной латиноамериканской красоты, как и Дженнифер Лопес. Такие женщины практически не стареют. Тара Рид, несмотря на другой типаж, могла бы не отставать от звезды отчаянных домохозяек. Но, увы, операции ее красоту загубили. Изабелла Россолини и Ирина Аллегрова 1952. Звезда итальянского кино унаследовала красоту от матери, актрисы Ингрид Бергман. Было бы преступлением стереть все с помощью пластики. А вот Ирина Аллегрова придерживается иного мнения. Звезда регулярно поправляет внешность. Разве другого ждали от императрицы? Екатерина Варнава и Клэр Фой 1984. Екатерина Варнава начала менять себя, как только заработала первую широкую популярность. Со временем артистка преобразилась так, что поклонники из прошлого ее с трудом узнавали. А вот звезда короны пока не рискнула обратиться к специалисту за обновлением. Лера Кудрявцева и София Коппола 1971. И Лере, и Софии по 52 года. Телеведущая, как и многие ее коллеги, не смогла пройти мимо пластики. Кудрявцева делала грудь, меняла лицо и регулярно выполняет комплекс омолаживающих процедур. Дочери режиссера Фрэнсиса Ф. Копполы до внешности дела нет, она погружена в творчество. Ольга Орлова и Валентина Рубцова 1977. Еще одно невероятное совпадение. Ведущая «Дома 2» и звезда Саша Таня – ровесницы. Правда, Ольга рано начала делать пластические операции. Теперь она выглядит гораздо моложе своих лет. А вот Валентине такая суперспособность досталась от природы. Юлия Барановская и Кристина Агилера 1980. Российская телеведущая Юлия Барановская не увлекается пластикой. Возможно, пока не увлекается. Тем не менее, ей удается выглядеть молодо и привлекательно. А вот певица Кристина Агилера основательно подсела на инвазивные процедуры.